Привет! Время занятий танцами с Эвием еще не пришло. А пока Элма ждет, он помечтает о том, что уже умеет бить чечетку. Да, да. Итак, Элма начинает. Элма представляет, что он великий чечеточник. А сейчас, дамы и господа, один из лучших чечеточников в мире – Элма! А ну-ка посмотри, как я чечетку бью, и заодно послушай песенку мою, ведь лучше дела нет на свете, чем бить чечетку с Элмом. Колени подбери, потом расслабь носок и стукни раз, два, три, потом еще разок. Вот это стук и треск. Ребята, ступайте вместе с Элмом. Ноги сами в пляс спускаются, вместо лени не останется, если ж пяткам вдруг достанется, все пройдет. Танцуйте, Селма, ты поймешь, что танца лучше нет. Стучи ногами так, чтобы...